Выходные было интересно и насыщенно в парке мира. Мытищинцы стали участниками музыкального фестиваля «Поющие под дождем». Мастер-классы, фотовыставка, концерт авторской музыки объединил сотни жителей и гостей округа. «Поющие под дождем» – это наше традиционное уже мероприятие. В прошлом году мы его тоже проводили. Нам очень сегодня повезло с погодой. Никакого дождя нет, несмотря на такое название осеннее. У всех желающих была возможность разрисовать зонт в мастер-классе и поучаствовать в осенней фотосессии. Кроме того, каждый мог насладиться концертом авторской музыки. Несмотря на свое название «Поющие под дождем», мероприятие прошло по-настоящему в летней атмосфере.